Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рад вітати на стрімі російський опозиціонер, підприємець, бізнесмен з Лондона Євген Чичваркін. Євгеній, привітаю, рада бачити. Добрий день, здравствуйте. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними під час перегляду цього відео. Актуальні теми обговорюємо, а відтак ваше поширення, ваші вподобайки, ваші коментарі сприятимуть його популяризації. Якщо ще не підписані на авторський канал Євгена Чичваркіна, на його інстаграм-сторіночку, тут саме Чичваркін, маєте можливість це просто зараз зробити. Будете в курсі усіх важливих повідомлень, зокрема і важливих зборів. Ну і так само наша команда щиро вам буде вдячна за підписку на нашу YouTube платформу. Євгеній, наш сьогоднішній з вами розговор хочу почати з заявлений, которое Путин сделал во время совещания с руководством российского МИД. Главной темой была Украина, и в частности он назвал условия прекращения огня, фактически ультиматум это был, ну и, мол, начало переговоров хоть завтра, если. А вот если, главные пункты сейчас вам перечислю. Снятие всех санкций западных с России, вывод украинских войск из так называемых ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, то, что озвучивает Путин. Также еще одна актуальная, болезненная для него тема, он требует обязательства Украины не вступать в НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. И вот еще, что свидетельствует об ультимативном тоне Путина, его сегодняшних заявлений, он говорит о том, что, мол, сегодня Россия делает реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся, это их ответственность за кровопролитие. Все это, все эти ультиматумы фактически звучат в преддверии глобального саммита мира в Швейцарии. Кому эти слова адресованы и чего хочет добиться Путин? Ну, Запад пытается как напрямую с ним договориться, так и через всевозможных азиатских партнеров. И это оправдание войны. Да? Он не собирается останавливаться, они не собираются, перестроив всю экономику, перестроив команду, перестроив внутреннюю политику, украв огромное количество свобод у граждан России, феноменальное количество свобод потеряно последние 2,5 года. Это сделано, чтобы война продолжалась. Они дальше будут только воевать. Пока Путин жив, будет война. Будут меняться цели. Будет цель Запорожская, Херсонская. Если вдруг себе представить, что, я не знаю, разорвалась, не знаю, дофаминовая бомба или МДМА-ная бомба над Украиной, и сказали, хорошо, забирайте. А следующее будет требование у Путина, отдайте Киев, потому что там святой Владимир Русь крестил. 100%. И Днепр заодно. И Одессу. В этом даже нет никаких сомнений, ни малейших сомнений, ни секунды сомнений. Если Запад предаст Украину, и они возьмут под контроль, они дальше, в следующие 90 дней будет война, чтобы армию не распускать. В подтверждение ваших слов, вот был День России, говорят же, что у Путина на уме, у Медведева в телеграм-канале, он ведь опубликовал вот эту карту, да, где фактически территория Украины, она обозначена российским триколором, вся территория. Что еще раз свидетельствует об аппетитах сегодняшнего кремлевского режима. Конечно. Нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений. Аппетит и Армения, и Грузия, и Беларусь, и Казахстан, и остальные, как здесь называют, stand countries, мне кажется, немного обидно, но я цитирую местную прессу, безусловно, аппетиты страны Балтии. Какой-нибудь условный контроль над Польшей а-ля Варшавский договор. Вот и над другими странами Восточной Европы. Никаких в этом нет ни малейшего сомнения. Ну, просто они будут воевать так, как они все для этого подготовили. Перестроились, запаслись терпением, деньгами, и Запад сделал все, чтобы эту войну профинансировать. Мощно, жирно профинансировать и продолжает ее финансировать. Запад.
Смотрите, к этому моменту еще вернемся, но вот этот набор ультиматумов, которые сегодня прозвучали от Путина, да, есть ли они косвенным свидетельством, что по состоянию на текущий момент, ну, не все так хорошо, и России нужна передышка, и именно поэтому вот они что-то предлагают. Тема, кстати, с активами, тема с санкциями. Он говорил о том, что, мол, будет реакция на любые попытки Запада украсть российские активы. Это все не останется безнаказанным. Складывается впечатление, что сейчас это очень чувствительно. Нет, если вора украдет, понятно, что все останется безнаказанным. То есть здесь вопрос, кто первый украл, оно и того и есть. Так как мы по многим параметрам опять скатились в Средневековье, и политика очень похожа на средневековую, я, безусловно, как просто абсолютно наглейший и жесточайший захват земли, международно признанный, так и такие же нелепые санкции по национальности, это все говорит о том, что мы живем в Средневековье сейчас. И это вот как бы принципы, на которых Путин строит свою политику, так как ресурсов им хватает, их может быть нет в моменте, их может, у них провалилась операция Харьковская, да? Они очень важны потом еще в конце скажем, но то, как идет рекрутинг, то, как производятся ланцеты, как производятся танки, как производятся боеприпасы, все указывает на то, что они могут повторить попытку через несколько недель. Где-то идет боевое слаживание, где-то формируются новые войска, новые законы с осени позволят запирать людей и лишать их вообще гражданских прав, как только на госуслугах им пришла повесточка. Если вы внимательно следите, там очень интересно. Там с сентября по ноябрь практически, будет узаконена иная степень рабства даже, нежели чем призывная армия. Ты абсолютно поражен в правах, если тебя выбрали. Вот на тебя большой брат указал пальцем, и ты ни выехать не можешь, ни машину водить не можешь, ни кредит, ничего. У тебя нет никаких прав, пока ты не сдал свои яйца в военкомат. Или не загрузил туда кэш, и тебе не нарисовали отмазку. Вот. То есть там выстроено все очень по-жесткому. Это говорит о том, что никто не собирается прекращать войну. Это самое важное, вот я хочу сказать. Никакие эти все переговоры, это все чушь абсолютно собачья. Вот. Украина после того, что произошло, прямо начиная с Бучи, вряд ли на это пойдет. Во всяком случае, это руководство и общественное мнение, несмотря на то, что общество вымотано войной, вымотано этими постоянными тревогами, бомбежками, смертями, похоронами, общество на это не готово, руководство на это не готово. И западные партнеры обещают и капиллярно дают помощь, которая позволяет Украине не сдаться, не умереть и не отступить как-то радикально. Вот поэтому налицо все признаки, что это может продолжаться еще какое-то значимое время, к сожалению, к огромному. Вы говорите об этих повестках, но вот там мы с вами, я помню, в прошлом году обсуждали историю с мобилизацией, которую Путин может объявить, но он ее не объявляет. Вот это то, что начнется сравним с сентября. Давайте сравним сейчас прошлое лето, прошлый июнь и этот июнь. Прошлый июнь 600-700
500 где-то тысяч за подписание контракта с Минобороны. Осенью 700-800, зимой 900, а сейчас 1 100 000. Они повышают планку ежеразовые выплаты за подписание контракта. А количество людей, которых они соберут, если они поставят планку в 1,5 миллиона, которые у них есть, или в 2 миллиона, которые у них тоже есть, или когда они, зарплата военного начнется не с цифры 2, а с цифры 3, когда это будет не 2 с чем-то тысячи, не 2 400, не 2 500, а 3 тысячи долларов. Они рекрутируют столько, сколько им будет нужно, к огромному сожалению. И у него не надо спрашивать ни разрешения Востока, ни разрешения Запада. Запад и так платит за газ, в том числе, который идет прямо сейчас по территории Украины все еще. Запад и так платит за нефть, Китай платит за и это, и то, и древесину, и все. Индия платит, там, не знаю, Ирландия увеличила товарооборот с Россией. Вот, в стране, там, в Латвии, где запрещены машины с российскими номерами, куда нельзя даже въехать шенгеном российским, да, где 1% ВВП потрачен на помощь Украине. Латвия сократила товарооборот с Россией с 22 по 23 с 5 миллиардов, по-моему, до 1,5. То есть на 1,5 миллиарда они все равно торгуют. Они все равно торгуют. А, видимо, самое важное и самое доходное продолжает идти. А, через крипту, то, что вчера исполнил санкционный вот, очередной пакет, ну да, чуть сложнее выводить деньги. А, на какой-то момент на 2 суток увеличился спред по доллару, по евро. Но люди уже, большие компании к этому готовились уже 3 месяца. Налажены каналы вывода через крипту, через биржу, через Китай, через Киргизию. Все работает. Чуть дольше, чуть дороже. Все работает. Нет торговли долларом, а они все равно покупают за доллар в мире то, что хотят. Де-факто. И последняя новость, что Coca-Cola опять подала в Роспатент все свои продукты запатентовать в России. Вот такие союзники, вот такие партнеры, к сожалению. И все, что остается делать нам, об этом говорить, и не знаю, тоже. Я к концу месяца буду в Киеве с 3,5-тонной машинкой с медициной и облегчать, не знаю, жизни, здоровье раненых, спасать жизни мирных и военных. Я не вижу другого выхода, что остается делать в этом случае. Уж простите, я говорю, я разговаривал позавчера с Татой Кеплер, фонд Вичуй, куда мы как раз и собираем всю нашу медицину. За первые 10 дней июня у нее со склада ушло товары где-то на треть все, что было накоплено на складе, на треть ушло, это в том числе из-за Харьковской операции, ну, Северной операции, потому что там и Харьков, и Сумы. Количество раненых можно просто представить себе, да, Минобороны Украины не говорит о цифрах, мы не говорим о цифрах, мы можем понимать, потому что мы не идиоты, по количеству, у нас должен был быть запрос на 70 тысяч, он пришел на 200 с чем-то, мы собрали на 200. Вот у меня, кстати, незакрытый инвойс почти на 90 с чем-то тысяч. У меня незакрытый инвойс, и нам отдали в кредит. Очень многие люди, включая украинских бизнесменов, торжественно клялись, обещали мне покрыть, так как
очень доверяют и считают это правильным делом. Я, не называя имен, призываю это сделать, потому что отгружено в кредит и очень скоро будет на складе. Мы обо всем отчитаемся, будет все видео во всех наших социальных сетях, на моем Инстаграме. Но опять-таки вот у меня просьба поучаствовать в оплате. Я понимаю, что все устали, а у нас другого выхода нет. Мы должны поддерживать и показывать своим, и делать, и говорить, и поддерживать на народ Украины в сопротивлении, потому что, еще раз, партнеры очень ненадежные. Если там, я слушал недавно лекцию, говорит, что похоже, что вообще они просто новые виды вооружений испытывают и для своих оборонительных целей в Украине, смотрят, как это все работает, изучают войну и просто используют это как испытательный полигон. Ну, отчасти, наверное, и это правда, к сожалению. Поэтому, не знаю, у меня каких-то радужных, наверное, перспектив у меня нет. Всегда может прийти радостная новость, если произойдет смена в руководстве России. Вот, потому что запросы на войну только у этой группы вокруг Путина и группы старых чекистов вокруг него. Вот, но если война будет продолжаться еще какое-то время, вырастет просто целая часть общества, целая страта общества, которая будет зависеть от войны, у которой будут карьеры и деньги строиться на военных бюджетах, которые они создали тягу в канале, и это страшно. Вот, поэтому нам нужно сделать все, чтобы российскую армию из Украины выкинуть и поддержать Украину, украинский народ и украинскую армию в благом, святом и совершенно справедливом деле защиты своей земли, международно признанных границ. Евгений, мы искренне вам благодарны за ту поддержку и помощь, которую оказываете вы. Но вот возвращаясь к подрыву, да, российской армии, изнутри это возможно? Те чистки, которые Нет. в генералитете начались, Белоусов, который, собственно говоря, новое лицо, да, в этой сфере? Ну, мы видели, когда армией руководил российской человек из Ленмебельторга, потому что никого из армии Путин не доверял. И доверил человеку, кого он точно знал. Несмотря на то, что он был не армейский человек, он был, такое дурацкое слово, но четкое, хозяйственник, да, он, в общем, армию перевооружил и произвел, достаточно серьезно сделал укрепление, именно, неправильное слово, обороноспособности, нападение способности, да, российской армии. Это Сердюков. Безусловно, если армия не была бы настолько боеспособной, если бы не хозяйственный подход человека, который вообще не из армии. А подход Белоусова, судя по всему, будет выжимать цинично из бизнеса все, что возможно выжать из бизнеса, и отправлять в топку для захвата новых земель. Вот это будет, видимо, у него такая задача. Плюс внимательно смотреть, чтобы не появлялись люди типа Тимура Иванова, которые слишком ярко, открыто обвешивают там, своих жен бриллиантами и слишком демонстративно катаются на слишком больших кораблях и блюют шампанским с икрой. Вот, чтобы это все было тихо, незаметно. Как мы видели в его дневнике, любить маму, гладить кота, молиться. Вот. Вот это будет абсолютно исполнительный человек, который будет выполнять волю Путина в первую, во вторую и в третью очередь. А Путин его за это поблагодарит. Там, видимо, очень большой зарплатой, которой ему, видимо, хватит. Вот. И вся команда новая, она вот вся такая.
из старых людей, которые, у которых было когда-то свое мнение, которые когда-то были личностями, да, не осталось никого, кроме Лаврова. И то потому, что это как бы сверхтонкая и профессиональная работа – одурачивать весь мир. И такого опытного человека, как Лавров, Путин не решается заменить. Вот. А все остальные абсолютно выстроенные, послушные, без неяркие личности, скажем так. Просто винтики и шестеренки. А вот о бизнесе, о котором вы сказали, что будут выжимать все, что осталось. Ожидать какого-то сопротивления? Или там тоже... Безусловно, нет. Безусловно, нет. Бизнес – это не про сопротивление. Все сопротивление, которое было, это сорваться и уехать, либо продать все уехать, либо дешево продать все уехать. Вот. Это единственное сопротивление, на которое бизнес способен. Но в начале войны даже этого не дал Запад сделать, а часть бизнесменов вернулась из-за создания на Западе невозможных условий для комфортного, и вообще ни для какого существования. Ни виз, ни кредитов, ни счетов, ни, я уже не говорю про кредиты. Ни виз, ни счетов, ни возможностей, никаких возможностей, дискриминация по паспорту. Вот они вернулись туда, где денег много. Часть Дубая, часть Москвы. Евгений, об этой теме уже мы начали говорить. То, что Китай сейчас станет основной валютой в России, Центробанк об этом объявил. Юань, да. Угу. А скажите, пожалуйста, а что Кремлю расчеты в юанях принесут? Насколько сейчас выигрыши Китай? И главное, вот вышла статья в немецком Бильде о том, что в России из-за вот этих вот санкций, да, следствием которого стало такое решение российского Центробанка, возможно, валютная паника. Да, она была двое суток, был очень большой спред. Какие-то банки решили воспользоваться паникой и увеличили, снизили закупку, увеличили продажу. Сейчас можно купить в Сбербанке доллар по 90 рублей спокойно. Делаешь заявку, просто открыто покупаешь на сайте. Нет, валютной паники не может быть, потому что валюты достаточно. Выручка, они, смотрите, ни российскому государству, ни российскому бизнесу не дают открыть счета на Западе. Не дают ничего купить. Поэтому вывод денег очень сложный. И бегство капитала очень сложное. То есть люди бы с удовольствием открыли бы счета в Швейцарии, в Англии, и, может быть, решили бы завязать с рисковой зоной. Но им этого не дали сделать. И не продают очень многого в Россию, потому что санкции. Получилось, что Россия продает на X, а покупает на Y. И Y меньше, чем X на 100 с лишним миллиардов долларов в год. Даже несмотря на то, что продажи упали на 100, закупки упали там на 300, условно, или на 250. Поэтому у них достаточно денег. И всю эту разницу они будут тратить на войну. Поэтому, еще раз, Запад профинансировал феноменальное укрепление режима Путина. С нелепыми действиями, нелепыми санкциями, когда он боролся с уехавшими россиянами, с нами, со мной в том числе. Потому что со мной же проще, чем с Путиным, конечно. У него атомные бомбы и огромная армия. Вот, а меня поиметь через комплайенс и выгнать из банков просто... Вот это то, что они сделали в итоге. Поэтому, грубо говоря, там, если совсем честно, с такими друзьями врагов не надо. Вот. И они дали возможность России перестроиться на военный лад. Они не собирались перестраиваться полностью на военный лад. Они думали, что... по их кривых разведданным, что Украина сдастся быстро, что они полстраны отхапают за 3 дня. Это, когда это не получилось, они начали перестройку, а она первый месяц шла очень тяжело и туго, и курс был огромный, и паника была, и люди уезжали, и айтишники уезжали, и заводы вставали. Вот. Но последовательной накачкой режима деньгами
Запад сделал то, что они смогли и перестроиться, и адаптироваться. Народ-то северный, он привык адаптироваться и жить в очень тяжелых условиях. И бизнесмены северной страны привыкли выкручиваться в тех условиях, в которых любой нормальный бизнесмен давно бы умер. И все это, все эти, они к этому ко всему относятся как к испытаниям, которые нужно пережить и обойти. И переживают, и обходят. Но какова, по вашему мнению, ближайшая перспектива, как вы ее видите, и может ли что-то измениться? Война. В ближайшее время война. Я не вижу. Если внезапная смерть Путина, она точно внесет изменения с 80-процентной вероятностью, если это произойдет сейчас, то в лучшую сторону. Если она произойдет через несколько лет, когда все будет выстроено на военные рельсы и военные нужды, тогда уже не знаю. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Евгений, я вас благодарю за беседу. Да. И огромная благодарность вам от нашей команды, от наших зрителей за помощь украинским военным, которую да. вы оказываете, несмотря на все сложности, которые вам приходится сейчас преодолевать. Да, еще раз я прошу зайти на Инстаграм, тот самый Чичваркин. Я вчера не повесил, хотя обещал, я сегодня повешу объявление. И у нас, к сожалению... В кредит отгружено очень много сложной медицины. Мы везем кровоостанавливающие, мы везем средства, использующиеся для контузий, всякие катетеры, иглы тонкие, дорогущую обезболивающие, дорогущую немецкую сложную очень медицину, которой в Украине крайне-крайне мало. Есть какие-то дженерики, да, но то, что мы везем... То, где любой врач абсолютно уверен в качестве. Дорогую, немецкую и очень тяжело находимую и тяжело оплачиваемую медицину. Вот, и прошу всех поучаствовать. Я готов позвать на ужин, организовать ужин, сходить, выступить где-то. Вот, я выступаю в Валенсии. 27 и 29 в Варшаве, и этими деньгами, которые мне заплатят, они уже все в этом инвойсе уже заплачены туда. То есть я для благотворительности, у меня два выступления по бизнесу, вот я готов это делать еще и еще, вот, чтобы не подвести нашего поставщика медицины. Отже, ще раз заклик до наших глядачів, тот самий Чичваркин, інстаграм сторіночка Євгена Чичваркіна, обов'язково підпишіться, обов'язково долучайтеся до зборів. Євгеній, ще раз вам благодарю і завжди вас радий бачити на нашому каналі. Спасибо, спасибо, всього доброго.